Mercedes Vito, 2018 год. Вот такой вот он у нас. Будем убирать топливную присадку от Blue. Блок уже сняли. Блок управления двигателем. Так, сейчас покажу, где находится блок управления присадками от Blue. Вот там находится блок топливных присадок. Вот он сейчас отключен. Штекер с него снят. Вот блок управления двигателя снят с Мерседеса, с нашего Свита. Давайте по бошевскому номеру определим, что это за блок, как он называется. Давайте откроем бошевский сайт и посмотрим название нашего блока. Так, вводим 0281. 031 244 ЕДЦ-17 С66. Это наш блок. Сейчас мы будем вычитывать флеш, модифицировать ее и заливать обратно. Ссылочку на этот ресурс бошевский я оставлю в описании под видео. Кто хочет, может скачать и им пользоваться для опознавания блоков. Работать мы будем адаптером Scanmatic 2 и адаптером версии 3 от Алексея Рыжкова. Чем отличается этот адаптер? Здесь можно принудительно включать зажигание, то есть питание, и принудительно можно бутпины включать и выключать кнопочками вот этими. Ссылку на адаптер Алексея я дам внизу. Также дам его координаты, где вы можете этот адаптер заказать. Очень удобно проверять подключение. Давайте подключаться. Найдем сейчас схему для С66 и уже будем в разъеме смотреть, куда чего нам нужно подключить. Зайти на форум. Открыть модуль 71. И смотреть, значит, ЕДЦ-17, С66. Все ЕДЦ здесь. Так, вот МБ, пожалуйста. Вот наш блок. ЕДЦ-16, вернее, ЕДЦ-17, С66. Давайте подключимся по этой схеме. Итак, блок наш подключен. Вот по этой схеме, что мы посмотрели. В точности также мы его и подключили на столе. Так, включаем блок питания наш. Задаем ему 13,7 вольт, 5 ампер. И включаем на пробу. Вот загорелся зеленый светодиодик. Это обозначает, что напряжение на адаптер пошло. Давайте проверим, как работает адаптер. Включаем питание. Нажимаем вот эту кнопочку и зажимаем, и чуть держим. Вот включилось питание блока. Вот смотрим, нагрузка 0,31 ампер. Выключать также кратковременным нажатием на эту же кнопку. А это уже кнопка для включения бутпинов. Вот мы проверили подключение, оно правильно. То есть нажимаем кнопочку, придерживаем чуть-чуть, отпускаем. Вот она включилась. И теперь выключаем. Использовать будем автоматическое питание. Открываем PCM Flasher. Не забываем обновлять его. Он сам покажет и найдет обновление. Здесь мы выбираем Scanmatic 2 и Bosch MEDC Bootloader. И делаем идентификацию. Используем автоматическое питание. Вот он нам показал процессор 1793. Значит, нам из списка нужно выбрать процессор 1793 Flash. Нажимаем чтение. Здесь у нас на адаптере Алексея Рыжкова загораются три светодиода. То есть первый зелененький – это питание самого адаптера. Красный – это автоматическое питание. И автоматом загораются бутпины, включение бутпинов.
0,33 ампера. Это нормально. Вот наш блок. Так, флеш у нас успешно прочитана. Сохраняем ее в Vito. Так, теперь давайте прочитаем EEPROM. Если есть возможность читать full, значит читаем full. Вот так быстро читается EEPROM. Ну и давайте сразу же пароль прочитаем. Все, вот прочитан пароль. То есть у нас сейчас в папке должно находиться три файла. Пароль, флеш и EEPROM. Теперь давайте модифицировать флеш, заливать ее, отключать систему AdBlue. Итак, файл мы модифицировали. И сейчас будем наш блок записывать. Опять же, с помощью адаптера от Алексея Рыжкова. Ссылочку внизу оставлю для покупки этого адаптера. И Scanmatic 2. Так, выбираем флеш 93 и делаем идентификацию. Используем автоматическое питание. Все это он у нас нашел. Открываем нашу модифицированную флеш. Так, вот она. И нажимаем записать. Здесь оставляем оптимизация процесса записи, автоматическое управление питанием. Нажимаем ОК. Все, пошла запись. Сейчас будут пропущены области, в которых нет изменений, и будут записаны только области с изменением, то есть блок калибровок. Завершено успешно. И давайте пойдем ставить блок на машину. Итак, мочевину мы программно убрали, блок стоит вот здесь вот. Вот от него штекера внизу мы видим. И вот так вот он ставится. Сейчас поставим, будем заводить. Ну вот блок управления поставили, давайте теперь попробуем заводить. И пользуйтесь быстрой и бесплатной доставкой с примеркой. Все, машина завелась. Машина завелась. Предупреждение об AdBlue не горит. Давайте заведем еще пару раз. Обычно три раза надо завести, чтобы это все проверить как следует. Пока команд выключим. Вот он здесь включается, выключается. Все легко и просто. Вот сообщение об AdBlue не горит. Система полностью отключена. Работа выполнена. Выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное крепкого здоровья.